На одной чаше весов 3000 рублей штрафа за отсутствие автокресла, на другой – жизнь ребенка. А что выбираете вы? В Подмосковье стартовал социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность». Инициатива госавтоинспекции Московской области, управления нашего, на популяризацию использования детских удерживающих устройств и формирование стереотипа поведения как у взрослых, так и у детей, что если несовершеннолетние сели в автомобиль, значит, они должны либо пристегнуться ремнями безопасности, либо специально удерживающие устройство. Без этого движение начинать уже нельзя. Незадолго до старта раунда в Подмосковье был проведен опрос, в котором около 15 тысяч жителей спросили, используют ли они детские удерживающие устройства в автомобиле. Большая часть, конечно, понимает о том, что нужно и для чего это делается, использовать эти устройства. Но есть же такие граждане, которые игнорируют. Это примерно 1000-2500, которые могут себе позволить при недлительной поездке ребенка не пристегнуть. В ходе социального раунда сотрудники ГИБДД проведут комплекс мероприятий: родительские собрания в образовательных учреждениях, занятия с воспитанниками детских садов и школ, селфи-акции и, конечно, профилактические рейды. Хотим напомнить вам о том, что наши пассажиры должны находиться в автомобиле всегда пристегнутыми, независимо от возраста, да, какой он. До 12 лет ребята у нас перевозятся в специальных детских удерживающих устройствах. Родителям напомнят, что для каждого возраста существуют свои средства защиты, и использовать их нужно при любой, даже самой непродолжительной поездке. На сегодняшний день, в принципе, большое количество удерживающих устройств существует у нас для того, чтобы наши маленькие участники дорожного движения передвигались безопасно в транспортном средстве. Так называемые накладки, да, они не являются удерживающим устройством, а это только приспособление для того, чтобы правильно разместить штатный ремень безопасности на груди у пассажира. Так закон требует, и самое главное – безопасность. Здоровье ребенка, конечно. Стражи порядка призывают присоединяться к раунду всех жителей Ленинского городского округа и распространять в своих социальных сетях посты с хэштегом «Пристегнись». Социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность» продлится до 26 февраля. Телеканал «Видное ТВ» также присоединяется к акциям и призывает пассажиров пристегиваться. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».